Мы находимся в Липецком лесу. И здесь такое, гриб, вулкан. Или курящий гриб. Смотрите, что он делает. О-о-о! Вы это видели? Вот очевидцы. Першин Данила и Першин Александр. Не, это что-то, да? Кто это? Ты кто? Смотри, что он делает. Мне кажется, что он от своих семена выпускает. А может, правда. А ты ему помогаешь. Его кто-нибудь хочет съесть? Но! Оп. Ты хочешь его съесть, сын? Нет. Офигеть какой. Не, это... О! А вы это видели? А что ж у него за корни? Сейчас как потянем, и что-то будет. Ой, я его оторвал. А как он выглядит? Вот обратная часть гриба. Там какие-то жители. Как он растет? Что это вообще? Невероятное. Грибной цветок. Бывает такое? Мне страшно так. Мне страшно, блин. Ну, правда, отраву какую-нибудь выпускает. А ты нюхаешь его. Я нюханула, да. Но это очень красивый цветочек. Грибной, да, сын? Тут он, правда, какую-нибудь отраву выпускает. Гриб ромашка. Ромашковый гриб. Ты думаешь? Поделитесь своими впечатлениями. Мне страшно. И мне. Ну пойдемте. Что, его с собой не возьмем? Не. Нафига он нам тут и нужен? Всем покажем. Да? Видео покажешь. Ладно, оставайся.